общем, ребятки, распинался я полчаса, показывал распаковку, глянул на камеру, а камера не пишет. Поэтому начнем с конца. Что это такое у меня в руках? Ко мне приехала универсальная открывалка с 1/4 на 3/4, 7 мм на 19 мм. Тип сплава СРВ для задротов. В общем, принцип какой? Надо что-то открутить, утапливаем сюда и крутим. Надо больше, утапливаем и крутим. Любой шестигранничек возьмет. Одевается штука сюда. Эта же штука у нас идет поворотная, чтобы под углом. Сюда мы одеваем шуруповерт, и она у нас для труднодоступных мест. Но можно не только эту насадку одеть, можно вообще любую из набора шуруповерта. Сюда одеть насадочку, и получается она такая универсальная. Почему я взял именно таким набором? Потому что очень много есть по 4,5-5 долларов именно отдельно только такая штука, потому что в единственном месте, где еще такая шляпа продавалась за 2 бакса. 2 бакса это не сильно сумма такая, чтобы я обеднел, но посчитал, что штука может быть полезная в хозяйстве, и как бы и вам рекомендую, и себе купил. В общем, интересная такая штука, рекомендую, ссылочка будет в описании, я на этом с вами прощаюсь, пока!